Памятные монеты с символикой универсиады смогут получить те жители края, у которых дома скопилось много мелочи. Акция по сбору железных денег проходит в нашем регионе третий год подряд, но в этот раз ее приурочили к определенной дате – 100 дней до начала студенческих игр. С 26 по 28 ноября в крупных банках края можно будет без комиссии обменять мелочь на купюры. А вот сколько именно нужно принести монеток, чтобы стать обладателем 10-рублевки с юлайкой – об этом жители могут спросить в ближайших к ним банковских офисах. Для статистики, за два дня приема монеты по акции 2017 года Банк России получил двухмесячную норму от кредитных организаций. Эта акция выгодна как и гражданам, так и Банку России, с учетом того, что Банк России тратит очень большие деньги на производство и выпуск металлических денег.